Так, ну что, я приехал с Каюром. Пойду минуту, минуту. Ой, Каюрчик, как мы с тобой попали всю эту фигню. Ну что там, Каюрва? Тут машины. Так тут активный, резвый. Каюр, давай быстрее. Иди ко мне. Веселый такой. Ко мне подойди. Каюр, Каюр, Каюр. Ну так положено. Пойдем. Так положено. Иди. Иди, иди. Все, 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 все. 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 Здравствуйте. На прием мы. Да, надо на 3 часа. К новоселу. Угу. Мне лапу не давай, Каю. Я тебе бахилу сейчас одену. Пойди, Каю. Каюр, не узнать тебе эту собаку. Все, сидеть. Сиди. 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 Все. Щеблет одета. Веди себя хорошо. Дратхар. Ай, лапка. Ой, иди сюда. Иди ко мне. Дратхарчик. Все, ты чук не жмешься. Братан. Сейчас уже врач прошел, видел нас. Чего ты нервничаешь? Ну, сел прям в ноги ко мне. Ну, сиди. Сиди. Сейчас нас позовут. Ты бодрый, веселый, бодрый, ну, сейчас примут решение по тебе. Могут продлить нас с тобой, Ансиор, да? Что я тебе начал давать сам, а тебе намного легче стало. Ну все, глажу, 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 глажу. Хвостом блядь. Чё ты хвостом блядь? Вот тут кошки. Кошки, возьмем поводом всё. Мы же адекватные, адекватные. Да, Каюр, пойдем. Каюр, 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 сюда налил. На весы он знает уже. Весочная душа, все. Каюр. 19. Короче, я его проколол 21 день антибиотиком. Улучшение прошли, но не закрываются у него свищи. Они совместимы.
между собой. Входит туда где-то кубика 3, наверное. А, значит, я его посадил сейчас на отсёр неделю. У него и он начал хоть это, более активный. И кушать хоть начал, как бы, что-то. И такую еду, не только вкусняшки. Вот, но свечи до конца не закрываются. Только что-то все равно, что-то выделения идут вот эти вот. И сукровица, и этот. И загноение. Ну, смесь такая сине-зеленая бывает. Ну, разная вот эта. Он пытается, сейчас вот неделю я мансиор даю. А этот как он. Он хоть более-менее начал участвовать уже, ну, как бы играться, веселый, там выскакивает. Ну, изменения есть, короче, от ансиора. По 20 миллиграмм в день. А освещение, да, Каюр? Что, вскрывать думаете, да, по-новому? Да? Что-то там вот такое, что-то происходит, да, у него реакция? Давно бы уже должно все затянуться, по идее. И вот они вместе, где-то сантиметра 2-3 между собой, два свища, они совместимы. Я промываю против этот. Он сразу вытекает все, это, но полость есть небольшая. Ну не такая, как была. Антибиотик как бы не помог. Ну помог, но чтобы все закрылось и это. Он начал теперь это чешется у него, то есть он как кошка нализывает, слюну пытается туда донести свое. Вот, ляжет и вот натирает лапу, нализывает лапу, потом опять туда, аккуратненько. Что им пока тогда не давать ничего им больше, да? Нет? Ну, а все продолжаете? Да? Просто он существенно стал веселый, бодрый. Такой, не такой прям убитый, а вот прям ожил. Прыгает, скачет. Даже вот сегодня дрался. Сук стоял на место в стае. Да нифига себе. Да. Я тебя не буду трогать, все, Каюр. Меня нализывает, потому что шеи ты касаешься. 13-го сможете на руку ехать? 13-го. Смогу. А кто у нас оперировать будет? Елизавета Олеговна. Ну, Лена Васильевна просто не сможет, она чуть-чуть в декрете. Чуть-чуть, да, бывает. Чуть-чуть временно, да? Поэтому Елизавета Олеговна тоже хорошая. Но ему также вся эта шея будет скрываться или... По не месту. Знаю. Ну, тут не знаю. Поэтому времени сейчас отведем много, вот, чтобы, грубо говоря, она его посмотрела, все варианты могли обсудить, чтобы нам еще хватило времени прооперироваться. На какое время? Давайте к 10 утра. Ну, чтобы целый день убить на это, да? И посмотреть, и решение принять. Записывайте на 13-е, да? Да, 13-го к 10 утра. Сейчас я включу. Ну, он тоже хороший, да, хирург? Да. А вы будете тоже там, да? Да. Тем более вы его историю знаете. Подноготную, болейную. Каюр, тебе делать сегодня ничего не будет. Лапу? Давай лапу, господи, давай лапу. Так что все, бегите домой. Так, надо что платить? Не надо? Там всего... 20 миллиграмм в день ему даю. Угу. 40 покупаю, пополам ломаю. Угу. Нормально? Да, пока даем. Вот, 13-го в 10 утра голодными. Вот, переберем у него общую биохимию, пойдем на хирургию. Понял, все. Да. Все, угу. 13-го, да? Угу. Все, спасибо. Вперед, на выход. Подожди, а то я упаду. Каюр, братан, 13-го примут. Ой, поедем в нар с тобой.
13 на биохимию с утра и на хирургию. Скорее всего, будут скрывать. Так, поехали ансиор покупать. У нас кончился. Так, 13 сегодня, 7. 7 высоковато очень, да. С места тем более. Это чези, пофигу. 13-го. Ну, скроют. Сейчас я буду деньги искать. Сейчас поем, да, поем к маман. Может, еще возьмем займы какой дадим. Нет, с кредиткой оплатим. Там может, да, занимать. Чтобы кредитку особо нам не дергать, попробуем занять. Да, 1030 нам надо опять. Каюр я снимаю, да, чтобы шеи там у нас. Ансиор эти даю. Я правильно вместе даю. Мы же врачи все тут, ёпросеты. Ой, Каюр, знал бы, сколько врачей в Ютубе. Ой, а строители сколько. Смотри, какая тема ролика. Там все, будет гораст. Все специалисты. Тебя бы там махом вылечили бы, Каюр. Поверь мне. Натуральные врачи отдыхают. Онлайн рулит. Под ютубники, да? Деградионные. Деградации там Ютуб. Слава богу, вы, Каюр, не видите эту. Ну-ка, пойди ко мне сюда. Хорошо, вы хоть не знаете, что это такое. Вот то вот тут уже получше стало. Вторая где? Вот она. Вот так вот. Уже лучше, лучше. Может, посмотрим, что там Елизавета какая-то там. Посмотрим, да? Братан, как вы много не видите всего. Слава богу. Но на ваших костях пляшут. О, ой, кошмар. Ладно. Так что 13 у нас биохимия, операция в Нарфоминске. Ну, вы слышали. Можете желать удачи Каюру. Лайк в поддержку Каюра. Он будет очень... Нам это очень сильно поможет, поверьте. Только лоб не расшибите от стараний. Так. Так, ну надо звонить. Все. Поехали. Да. Я очень нервничаю. Уж извините. Ну, я уже весь полгода почти на нервах с Каюром. Переживания за его. Все устали от этого. Реально. Вводить в положение. Сколько можно с этим бороться. И всем остальным. И дойти до конца. Ну вот. Ну а хороших, недеградированных людей я всегда рад видеть на каналах. Читать ваши комментарии, проверять. Но деградация идет полным ходом. Вы уж извините за все, но на других каналах вам, на вас все равно, на дебилов, да, вот кто пишет всякую ерунду. Потому что им насрать, им главное массовость. А я хочу, чтобы у меня была чистота и порядок. И присутствовали только грамотные комментарии. Более-менее хотя бы. И нормально хорошее общение. А где вы пишете, привыкли писать всякую хрень, непонятно что. И где вам на вас, понимаете, там на вас все равно. Кто там чем пишет, кто о чем пишет. Им пофигу на вас. Вы никому там не нужны. А здесь за вами я смотрю. Значит, вы мне нужны. Я за вами блюдю. Это говорит о том, что я с вами. Я рядышком. Ладненько, пожелаем Каюру здоровья. Всего хорошего. И дай бог, чтобы у него все наконец-то закончилось в этом году. И желательно быстрее бы. И потому что бьет и по карману, и по времени, и по здоровью, и по терпению, и по нервам, и по всему. На улице ноль, мы поехали домой.